Всем привет! Привет! Вы на канале «Готовим с любовью». Мы сегодня выпекаем очень вкусное, домашнее, шоколадное печенье. Печенье просто сказка. Нравится и взрослым, и детям. Для теста нам нужны будут следующие продукты. 100 граммов холодного сливочного масла, 1 яйцо, 20 миллилитров холодной воды, 40 граммов картофельного крахмала, щепотка соли, щепотка ванилина, 70 граммов сахара, 30 граммов какао. Тесто я замешиваю вручную, значит, без ложек, без ничего. Высыпаем в миску половину муки, добавляем сливочное масло. Кстати, сливочное масло можно заменить маргарином. Растираем с мукой. Здесь у меня вместе с маслом была и щепотка соли, и щепотка ванилина. Крошку. Добавляем картофельный крахмал. Мне песочное печенье с крахмалом больше нравится по структуре. Дальше добавляем 1 яйцо. Перемешиваем все. Теперь добавляем какао с сахаром. Сразу же такой шоколадный аромат. Добавляем 20 миллилитров холодной воды. Можно по этому рецепту приготовить и не шоколадное песочное печенье. Просто замените какао 30 граммов на 30 граммов муки. Все. Так, теперь начинаем добавлять муку и вымешивать тесто. В тесто добавила, а не озвучила. Обязательно добавляем пол чайной ложки разрыхлителя. Или щепоточку соды, 1/3 чайной ложки. Смотрите, тесто прекрасное. На замес этого теста ушло 220 граммов муки. Мне очень нравится это тесто и по вкусу, и по аромату, и вообще по структуре. И самое главное, сразу же будем выпекать печенье. Для раскатки теста очень удобно использовать пергамент. Посыпаем немножко, совсем чуть-чуть мукой. Духовочку я уже включила разогреваться. И скалкой раскатываем. И можно делать любое печенье, любой формы. Перевернули и вот так раскатываем. Совсем чуть-чуть перепылили мукой и продолжаем раскатывать. Если вы хотите делать печенье потолще, раскатывайте потолще. Просто будете дольше выпекать. Хотите хрустящее такое, зажаренное, можно тоньше раскатывать. Но я люблю золотую серединку. Поэтому раскатываем тесто толщиной 3 мм. Теперь берем любую формочку. У меня квадратная. И у нас будет квадратное печенье. Выдавливаем. Красота. С остатков теста также делаем печенье. Духовочку включили разогреваться. Печенье ставим только в горячую духовку. Выпекается быстро. С этой порцией теста получается 20 печенюшек. Заготовки ставим в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Печенье выпекалось в духовочке 15 минут. Оно получается неприторно сладким. Я его всегда сверху посыпаю сахарной пудрой. Дети это печенье обожают. Поэтому готовьте, рекомендую. Красиво выкладываем на блюдо и не забываем посыпать сахарной пудрой. Всем желаю удачного приготовления.
Выпекайте вместе со мной и радуйте свою семью вкусным домашним печеньем. Кстати, сверху можно даже украсить глазурью или растопленным шоколадом. Приятного аппетита! Ну а теперь разломаем печенье. Покажу вам вблизи. Смотрите. Прекрасная структура. Песочное, в то же время нежное и очень вкусное. А сейчас Викуля продегустирует печенье. Приятного аппетита! Спасибо! Вкусное! Печенье, вы знаете, рассыпается, но в то же время оно не твердое. Мне оно очень нравится, неприторно сладкое. Рекомендую, приготовьте. Ты кормишь своего питомца? Печенье очень ароматное, мне нравится. Ешь на здоровье. В следующий раз я сделаю с глазурью, шоколадом польем, да? Угу. Ты любишь шоколад? Да. Вика у нас обожает шоколадную выпечку, шоколад. Сладкая девочка, да? Угу. С вами был канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока! Подписывайтесь на канал и пишите комментарии, и ставьте лайки. До встречи! Пока! Пока-пока!